Хотел бы поблагодарить федерального канцлера Австрии господина Себастьяна Курца за предложение обратиться к австрийскому народу в честь 75-летия победы над нацизмом. Весной 1945 года советские войска штурмом взяли Берлин. Они шли к этой цели почти 4 года, через ад самый кровопролитный в истории человечества войны. Им не нужна была эта война. Они не хотели ее. Она была навязана Советскому Союзу. Нацисты напали вероломно, из-под тишка. В один миг перечеркнули мирную, спокойную жизнь нашей страны и ее многонационального народа. Героическим и жертвенным был путь советских людей к победе. Мы преклоняемся перед их отвагой, волей и силой духа. Они смогли преодолеть нечеловеческие испытания и отстоять родную землю. Определили исход Второй мировой войны, освободили Европу. Добыли победу, которую ждал весь мир. И, конечно, мы будем помнить вклад в разгром нацизма наших союзников по антигитлеровской коалиции. Всех, кто боролся в антифашистском подполье. Помнить о миллионах людей, стариков, женщин, детей, которых уничтожили нацисты, помнить о трагедии Холокоста. Великая победа спасла человечество. Она открыла путь и к возрождению независимой, динамично развивающейся демократической Австрии. За ее освобождение отдали свои жизни свыше 26 тысяч советских солдат. На австрийской земле более 200 воинских захоронений. Благодарна властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к этим дорогим для нас мемориалам. Память о погибших, о событиях войны, защита правды о ней и чести подлинных героев – не просто наш общий долг. Это дело нашей совести перед всем поколением победителей. Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать. В этом наша общая ответственность перед будущими поколениями. И в заключение хочу пожелать дружественному народу Австрии благополучия, мира и процветания. И, конечно, успешного преодоления нашей общей новой угрозы распространения коронавирусной инфекции. Мы все боремся с этой эпидемией, и поддержка друг друга в эти непростые времена очень важна. Спасибо за внимание. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.